Здрасте. Вот вам ничего не кажется странным в этом вот видео, а? Не, ничего. Ну, не комментарии, да? Ничего не замечаете, Сука, для этого видео своего ограничения по возрасту. Какого хуя, блядь, сука, мне письмо отправили, вот. Хай, Гробзон. Тупой. Я тупой, конечно, но, блядь, надо привести. Как вы, возможно, знаете, ограничение видеоконтента содержание чрезвычайным, вульгарным или сексуальным языком. Если я говорю слово пидорас, это не значит, что я, блядь, говорю кому-то трахаться, блядь, вы чё, хуяли, блядь. Сука, вы всё это блядь, вы всё это блядь. Ты что, ваша мать, блядь, умерла, вы пидорасы, гни... Ой, всем здравствуйте. Короче, я сделал новую заставку, чтобы вы ее не осуждали. Вот сейчас вы на экране увидите самый осуждающий взгляд. Самый интересный. Осуждаю, осуждаю. Вот, так что я переделал заставку, так что ну давайте все, начнем. Да. Ай, блядь. Здравствуйте, мои дети приемные. Сегодня с вами я опять. Приемные эти... Блядь, я отец ваш. И сегодня я забыл свечку дома. Поэтому я взял только с собой вашу мать. Видите, тут изображена ваша мама. Вот. Так что сегодня я икону поставлю куда-нибудь сушиться. Заебись. Сегодня у нас будет разоблачение опять нашего еще одного грешника, который делает нарезки по такому... Я даже не могу назвать его человеком. Делает нарезки по рыбе. Ну, сегодня у нас будет разоблачение опять в нашем православном храме. Кто, блядь, не пишет? Если вы сейчас спросите, где я нахожусь, в каком я месте, это же не храм, это же какой-то туалет, то я вам скажу, ой, ебать, я, кажется, курили мышки постирал, нихуя себе. То на самом деле это не туалет, это рай. Видите, тут все белое, вы как будто в конце туннеля. Вот видите, вы через зеркало можете увидеть конец туннеля. Блять, в смысле, это все видно реально? Ладно, давайте перейдем уже к сути ролику. Но перед началом у нас сейчас будет небольшая рубрика, называется «Проверка на пиздобола». У меня нарезчики самые крутые, потому что оставляют ссылки в описании на всех. И... Всем привет! Сегодня у нас будет пиздобол патруль. Сегодня у нас под раздачу попал самый известный глиномес сообщества, это Клейкрафт. Так вот, заходим на Коляна канал. Кальян, заебок. Так, заходим и смотрим. Разблочили себе на пятерку, реакцию на... Ага, Смотрим, значит, ссылка в описании есть. Опа, она есть, нихуя себе. Так, теперь заходим на канал Родена. Опа, оригинал. Да? О, да, оригинал, реально. Так, теперь заходим на капец пятерка. 5000 просмотров. Ну, заебись, у меня это 800 просмотров. Так, о, а где ссылочка? Группа пятерка, стрим. А где ссылочка? Ну ладно, бывает. Вот смотри, капец повар пятерки. Вот есть два стула. На одном пики точеные, на другом хуи дрочёные. Вот мне в жопу колет, а тебе? Я шоколадный завоз, я вас хожу не завоз, я вас кляну. Первый факт, Саски нарезчики. Ну, если вы не поняли, на ком где он обзор. Вы, наверное, никогда не додумались, какое у него настоящее имя. Если у Макара это Руби... Если у Рубина это Макар, то какое же может быть у Саски нарезчика настоящее имя? Ладно, давайте я вам все расскажу. Настоящее имя Саски это... Блять, я забыл. Настоящее имя это... Ебануться! Пиздануться! Опа, твоя мать опять шлюха. Блять.
Никто такого не ожидал. Но когда мы это узнали, то... Даже бог охуел. Я шепнул обязала, спляну схожу не заюсь. Стой, это не реклама, скорее всего. И не мне заплатили, а я заплатил. Тут в углу, получается, я не знаю, тут или тут, вылезет ролик моего друга, где был скин Сони и других пабликов, мы там, короче, проверяли. Пожалуйста, посмотрите, потому что в ролик вроде потратил я деньги, но просмотров на нем будет 50. Поэтому, пожалуйста, перейдите, вот в углу вылезет и посмотрите. И заходите в Discord сервер. Не мой, конечно, но заходите. Все, все, всем спасибо. Второй факт. Я не буду сейчас доказывать то, что Саски нарезчик пидорас, потому что в прошлом ролике вы поняли то, что все нарезчики пидорасы. На самом деле Саски нарезчик реально пидорас. Вы, наверное, все помните то, что Саски нарезчика взломали. Его взломали, и мы плакали. Вообще, бля, я случайно об этом узнал. Я просто Вот представьте себе, вы листаете, блядь, ленту ВКонтакте, и вам хуй вылазит, блядь. Ну реально, просто лезаешь, и тут хуй такой. Маленький такой хуй, блядь. Заходишь, а это страница, блядь, ВК Саски нарезчика. Пизданутся, да? На самом деле, он сам поставил хуй. Я это узнал. Если вы скажете, покажи пруфы, папа, покажи пруфы. Я вам скажу, нет, сын, ты приемный. Я вас куялаю. Я голодный заяц. Из губ твоих касаюсь. Я таю. Третий факт, и он тоже очень важен. Вы, наверное, не знали, или знали, хуй знает, то, что Саски нарезчик делает нарезки по ночным стримам Кирилла. Вы, наверное, никогда не задумывались, почему именно по ночным стримам. Ему что, нехуй делать? Честно, сам я хуй знает. Но есть одна догадка. Чем занимаются нормальные ауе пацаны, которые ходят в храм и верят в Бога и слушают Ваню Фейсену или Оксимирона. Так вот, извиняюсь. Так вот, на самом деле, нормальные пацаны ночью ходят, бухают, на вписке ходят, пиздят вашу мать. Но Саски нарезчик сидит и просто дрочит ночью на лицо Кирилла, потому что, ну, бля, ну, остальные пацаны сидят ночью и дрочат, ну, пиздец, ну, это ж реально, так и есть, вот, блядь, пацаны, плюсаните, блядь, если вы дрочите ночью на ваших одноклассниц, а? Все, спалились, опа, еще очко пробиваем. Это и были не все факты, потому что я это только что придумал за 5 минут. Спасибо за просмотр, и в конце видео вы сейчас услышите полную версию, как я пою. Да. Пока, ходите в наш храм и соси! Я шокнул обязалась, пьяно схожу не заюсь, я вас куялаю. Я голодный заяц, из губ твоих касаюсь, я таю так легко. Я шоколадный заяц, я ласковый мерзаяц, я соклинял сестру. Я шоколадный заяц, и хуй ты мой голая, я так хохохо.